Новопокровка. Село Бурково, ныне Новопокровка, раскинулось в 3 верстах от города. Появилось село приблизительно в 1887 году. Первые переселенцы в деревне прибыли из-под Пензы и Харькова. В 1930 году образовалось 2 колхоза имени Ворошилова и имени 35-го полка. В 1968 году образовался Новопокровский сельсовет, в состав которого вошли Новопокровка, Минина, Дубровина, Ивановка и железнодорожный разъезд, станция Кабаклы. Село прославил герой Советского Союза Нестор Дмитриевич Козин. Здесь же провел детские годы Георгий Филиппович Байдуков, летчик и герой Советского Союза. Сегодня численность населения Новопокровки составляет 948 человек.